привет! Сегодня я хочу вам показать мальчика по кличке Байкальчик. Это мальчишка, сын нашего мажора и радужки, внук Филиппа, который продолжает искать свою семью. Это маленький, беленький, очень красивый, нежный, воспитанный малыш, которому 8 месяцев. И он попадает под акцию в нашем питомнике за 50 тысяч. Малыш полностью привит, чипирован, прошел все карантины. Имеет документы Российский кинологический союз. Не имеет дефектов. Одни только преимущества. Выращен профессионально, на правильном питании. Воспитан, приучен к пеленке, прогулкам, как все наши собаки. Маленький, больше не вырастет. То есть это вот та собака, которая уже останется навсегда вот такого размера. Его вес чуть больше 2,5 килограммов. И он уже другим не будет. Он уже вырос. Да. У него белые крепкие зубки. Смена прошла. Малыш предлагается для любви, для души, для обожания. Очень-очень контактный. Любит сидеть и лежать даже на ручках. Любит лежать на спине, как его папа. Добро пожаловать, за счастьем. Доставка есть по всей России. Ну, даже не знаю, попробую. Могу, конечно, попробовать поставить его в стойку. Ушки, кстати, у него стоят уверенно. Еще раз, зубки поменялись. Хвостик серпиком. Ну, не вижу особого смысла его ставить в стойку так, чтобы было просто понятно. Давай, не сжимайся. Не каждая собака любит стоять, хочет стоять в стойке. Сжимается. Крепкая, ровная спинка. Некрасивая стоечка у нас получается. Ну, в любом случае, я не предлагаю его для выставки и разведения. Предлагаю для любви души. Все у него на месте. Никаких ни аллергий, ни грыж, ни заломов. Все абсолютно идеально. На, мой маленький. У меня кусочек мяса просто тут в руках. Но он понял подвох. Он понял подвох и ничего, не скажи, не буду кушать. Светлый пигмент, и он абсолютно белый. Он не кремовый, как его братишка, который уже нашел свою семью и уехал в новый дом, а именно белый. У него где-то на ушках есть маленькие кремовые крапушки, поэтому он не кремовый, это чисто белая собака с идеальным слухом, ну, на всякий случай для боязливых. Вообще шикарный, обалденный малыш. Да, мой золотой? Курносый, да, хорошая головка, лобик, посмотрите какой. Очень хотелось бы вот такие вот у нас ушки. Давай покажем, давай. Ну покажи, пожалуйста, нам ушки. Пожалуйста. Все, всем пока, обращайтесь. Питомник Костропула.